Взрослые уже вышли на работу, а школьные каникулы еще продолжаются. Вот и в лагере «Юнармеец» продолжается зимняя смена, которая началась еще в прошлом году, 29 декабря, а закончится 13 января. Лыжи, коньки, санки, ватрушки, горка, а еще разные интеллектуальные развлечения. Многим и детям, и родителям идея проводить зимние каникулы в пионерском, как сказали бы раньше, лагере нравится. Детский оздоровительный лагерь «Юнармеец» такую возможность ребятам предоставляет. Этой зимой на каникулы сюда приехали порядка 140 человек. Отовсюду. У нас дети приезжают из Белгорода, из Воронежа, из Москвы, из других соседних регионов и районов Московской области. Поэтому мы, как говорится, растем в плане географического охвата. 12 или 16 дней длится зимняя смена. Программа у ребят насыщенная. Педагоги постоянно что-то придумывают, проводят новые мероприятия. В этот раз смену сделали с упором на образовательную составляющую. Значит, эта смена посвящена профессиям, мастерская чудес. Сделали уникальный эксперимент по вводу новых мастер-классов. Стараемся детям дать максимально разнообразный вид досуга. Порядка 8 мастер-классов работ одновременно, плюс спортивные секции. 4 года назад детский оздоровительный лагерь «Юнармеец» возродили и капитально отремонтировали при непосредственном участии главы Щелковского района Алексея Валова. Теперь он здесь частый гость, отслеживает не только, чем занимаются дети, но и в каких условиях проживают, как питаются. В этот раз рекомендовал усовершенствовать программу для мальчишек, добавить прикладные виды спорта и занятий. К бытовым условиям претензий у главы нет. Стараемся следить за территорией лагеря, стараемся следить за качеством питания, потому что для каждого родителя это важно, чтобы ребенок был накормлен вкусно. Родители должны получить обратно счастливого, здорового ребенка, чтобы все было нормально, чтобы они были спокойны, дети были счастливы. Это наша задача. Я увидел добрую атмосферу в отношении пионервожатых и детей, увидел улыбки детей, но девчонки улыбались, конечно же, больше. Чисто, хорошо, кормят хорошо. Спальные помещения ухоженные, тоже чистые. Горячая, холодная вода. Ну, все есть для того, чтобы детки здесь активно отдыхали и сладко спали. Это здорово, что лагерь «Юнармеец» круглогодичный. Зимняя смена закончится, а он продолжит принимать гостей. Причем всех желающих. В рамках муниципального здания мы продолжаем работать. У нас и будут какие-то семейные заезды, и просто дни выходные, и в течение недели могут приходить жители Щелковского района к нам с семьей покататься, отдохнуть на лыжах. У нас каток замечательный, провести хорошие выходные на свежем воздухе. Ирина Микеда, Сергей Максимов, Анна Былиет и Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».